нам предстоит разобраться, что случилось у нас в первом тайме, да? Потому что игра совсем не удалась, когда мы говорим, что надо продвигаться к воротам, мы контролируем мяч на своей половине поля и допускаем такие ошибки. Наверное, это недопустимо. А по второму тайму мы имели возможности для того, чтобы сравнять счет. И в целом второй тайм, ну, можно говорить о футболе.